здравствуйте! Итак, мы начинаем очередную серию игр «Я чемпион». Сегодня на нашей площадке встречаются команда «Орбита» город Петропавловск и «Кайнар» Алматинская область. В состав команды «Орбита» Мироничев Василий, Конышев Андрей, Шелепин Николай, Селюченко Сергей, Савельев Николай, Андреева Ольга, Лысенко Евгений, Шувалова Ира, Кудешова Ира, Кулькова Елена, Коняхин Андрей и Сергиенко Оксана. Состав команды «Кайнар» – Сыдыкбеков Айдос, Кошкенов Ербол, Мукан Жаик, Досанколов Иргали, Батырханов Азамат, Ахсакалова Индира, Турзбекова Лейла, Нусупкожаева Шынар, Кокымбекова Мадина и Амангельдиева Шынар. Для миллионов людей во всем мире футбол – это любимый вид спорта. И наш первый конкурс – футбол! На старт, внимание! Свисток прозвучал, и скажу только, что по ближней дорожке бежит «Кайнар», а по дальней – «Орбита». Да, замешкался игрок «Орбиты» при возвращении и дал фору «Кайнару». Смена! Смена игроков! Вот девятый номер «Орбиты» подъезжает к мячу, бьет удар! Вратарь на месте! И быстрее назад на передачу эстафеты! Вот такой вот чемпионский футбол у нас сегодня. Удар! Чуть не забила девчонка с команды «Кайнар». Возвращаются, меняются, подбегают, подъезжают. Удар! Не получилось сейчас. Чуть-чуть не получилось у «Кайнаровцев» открыть счет в этом туре. Удар, штанга опять спасает «Орбиту». Вот такие у нас вот спортивные девчонки. И ездят на самокате, и играют в футбол. Да, не получается сейчас пока у игроков, потому что вратари достойные. Достойно стоят на своем месте и защищают свои ворота. Да, напомню, что цена сегодняшней победы – выход в полуфинал. Поэтому гол! Гол сейчас забивает игрок с команды «Орбита». «Орбита» – первый мяч в ворота соперника. Игроки это понимают, что полуфинал. И поэтому со всей силы, что есть, пытаются с первых же минут захватить инициативу. Как? Девчонке футбол понравился? Да. Трудная игра для девчонок или нет? Нет. Давно играете? Да. Сколько уже лет вы занимаетесь этим видом спорта? Восемь. Всю жизнь. Итак, мы видели, как девчонки показали в этом виде спорта хороший результат. Но кто победил? Быстрее была команда «Орбита», но команда «Кайнар» за счет 4 попаданий в ворота, забитых мячей, побеждает в этом конкурсе. 1-0 «Кайнар» выигрывает. Итак, в этом конкурсе «Кайнар» 1-0. Раз, два, три, четыре, пять. 5 самых сильных участников с одной стороны и 5 самых сильных участников с другой стороны. Итак, мы начинаем конкурс перетягивания каната.
Итак, свисток прозвучал, и «Орбита» пытается захватить инициативу. Синхронными рывками работают сейчас парни в желтой форме. И сейчас должны вытянуть кайнаровцев, но нет. Айдос не должен подкачать. И вытягивают они вот так вот. Чуть ли не победила сейчас «Орбита», но на последних секундах «Кайнар», можно сказать, вырывает победу из рук соперников. И все. Бросают канат петропавловцы. Вы сами видели, какой был конкурс и кто сильнее в этом конкурсе. Победу одержала команда «Кайнар». Итак, в конкурсе перетягивания каната одерживает победу команда «Кайнар». Итак, мы начинаем следующий конкурс. Правила здесь очень простые. Надо пролезть через мешок, точно ударить по мячу и сбить соперника. А конкурс этот называется «Боулинг». Команды приготовились на старт. Внимание! Простой конкурс, простые правила. Так что проблем у команд не должно возникнуть. «Кайнар» опять уходит в отрыв. «Орбите» надо догонять. Другого выхода нет. Счет угрожающий. Еще одно поражение. И все. Прощай, мечта о победе в игре «Я чемпион». И поэтому «Орбита» сейчас действует достаточно агрессивно. Вперед они вырвались и показывают, что это лидерство не намерены отдавать, по крайней мере, в этом конкурсе. А пройти через мешок самое сложное здесь, в этом конкурсе. Ничего не видно, очень трудно ориентироваться, и скорость снижается автоматически. Вот мы видим сейчас, как это делают наши игроки. Удар! Удар! Работать должны не только ноги, но и руки. По-прежнему «Орбита» впереди, но разница между командами минимальная. Достаточно одной ошибки, чтобы упустить победу. Команды сейчас так и играют. До первой ошибки соперника. Вперед, вперед, быстрее, быстрее. Вот он их девиз. Подбежала, пнула, но не попала. Еще раз удар, мимо, мимо. Последние игроки сейчас. Закончился конкурс «Боулинг». Сейчас мы узнаем у соперников, как они сыграли в этом конкурсе. Итак, команда «Орбита», получилась ли у вас игра в «Боулинг»? Да. Да, вы думаете? Да, мы думаем. Молодцы, уверенная команда, но мы сейчас узнаем результат. В конкурсе «Боулинг» победу одержала команда «Орбита». Итак, команда «Орбита» одерживает победу в этом конкурсе. Девиз известных мушкетеров: один за всех и все за одного. А в капитанском конкурсе все зависит от одного. И он за всех. Итак, мы начинаем капитанский конкурс. Итак, свисток дан, и Васек сразу же первым заканчивает, можно сказать, первый раунд. Мирончев Василий. Рост 168 сантиметров, вес 51 килограмм. Любимый вид спорта – баскетбол. Увлечение – футбол. Любимое блюдо – жареная картошка. Да, вот так вот, неожиданно для Айдоса. Наверное, Айдос даже растерялся и ничего не смог сделать в этой ситуации. Садыкбеков Айдос. Рост 160 сантиметров, вес 60 килограмм. Любимый вид спорта – казах-шакрез. Увлечение – дискотека. Любимое блюдо – лагман. Итак, второй раунд. И опять же Васек рванулся. И опять же он достигает своей цели. Все, здесь Витек выиграл чисто. Чистая победа. Айдос
опять ничего не смог сделать здесь. Вот мы видим, как это все произошло. Да, неожиданно закончился конкурс для капитана Кайнара, а орбита догнала соперника. Закончился капитанский конкурс. Кто победил? В капитанском конкурсе победу одержал капитан команды орбита Василий. Итак, счет становится 2-2. Равные соперники, равная борьба. Но все решится после финальной эстафеты. И счет на табло 2-2. На старт, внимание. Счет ничейный, команды начинают все сначала. Упорная получилась сегодня борьба, но мы другое и не ожидали. Несмотря на отставание на 2 очка, орбита собралась силами и вернула интригу на площадку. За это ей большое спасибо. Бросок не точно. И возвращаются назад. Сейчас увидим, подбежала, взяла дротик, бросок. Точно! Вот так вот Кайнар сегодня удивляет нас точностью. Что в первом конкурсе, что в последнем. 10-й номер орбиты торопится. Возвращается назад, споткнулся. Да, обруч не мужской снаряд. А кайнаровцы меняются. Меняются, быстро проходит 6-й номер. Следы также быстро обруч. Бросок. Молодец. И опять точно. Что творят сегодня игроки в красных майках? 9-й номер орбиты сейчас... Но не попал. А у Кайнара уже смена происходит. Кайнар сейчас впереди. Бросок. Да. Чуть-чуть. Молодцы. Кайнаровцы, можно сказать, сейчас снайперы. Бросок. Бросает и просто, можно сказать, гигантскими шагами сокращает расстояние между командами. Да, а Кайнар пытается не упустить отвоеванное преимущество. А если получится, то и увеличить его. Да, долго что-то вводится орбита на площадке со следами. Не получается. А надо соперника догонять. Неточный бросок был сейчас у девчонок, и они возвращаются. Опять эти следы, Во сне, наверное, уже видят наши игроки. Вот такие следы и самокат. Взяла дротик, бросок хороший был. Бросок, но не попала. Бежала, взяла. Да. На самокат и назад, назад. Надо быстрее. Меняется с 12-м номером. На самокате проезжать дистанцию. Бросает. И сразу же назад. Назад, не теряя драгоценного времени. Орбита отчаялась уже догнать Кайнар. Но все-таки руки не опустила. А у Кайнара... Предпоследний игрок на площадке. Подбежал на самокате. Ну, давай. Мимо. Да, опять же был хороший бросок. И здесь все. Кайнаровцы уже заканчивают эстафету. Не получается встать на самокат. Но ничего. Ничего. Уже они закончили, можно сказать, эстафету. Последний игрок. Бросок. Но Витек, догонит ли капитан команды сейчас? Сможет ли он сократить расстояние? Да, почти что пробежал. Кайнаровцы закончили. А посмотрим, сможет ли. Может, точными бросками, но нет. Сокращает. Опять эти следы. Пошли. Да. Молодцы, ребята! Вот такая вот сегодня игра у нас получилась. Так, закончились очередные бои. Игры я чемпион! И по традиции мы предоставляем слово судьям. В драматической борьбе, в заключительной эстафете и в игре победу одержала команда «Кайнар». Счет
3-2. А мы с вами не прощаемся. До встречи на следующей игре. Я чемпион! Новыми. Мы поднимем страну победами громкими. Я чемпион, это наша песня. Я чемпион, мы одна команда. Я чемпион, мы сегодня вместе. Я чемпион, нам другого не надо. Я чемпион, это наша песня. Я чемпион, мы одна команда. Я чемпион, мы сегодня вместе. Я чемпион, нам другого не надо. Наш девиз просто так не сидеть на месте. Наш девиз не сдаваться на волю судеб. Наш девиз мы команда, мы вместе. По-другому теперь уже точно не будет. По большому счету нам даже не важно, кто сегодня окажется на пьедестале. Мы боролись честно, боролись отважно. Мы огромной дружной командой стали. Я чемпион, это наша песня. Я чемпион, мы одна команда. Я чемпион, мы сегодня вместе. Я чемпион, нам другого не надо. Я чемпион, это наша песня. Я чемпион, мы одна команда. Я чемпион, мы сегодня вместе. Я чемпион, нам другого не надо. Oh!